Всем здравствуйте. Зорь, подожди, я закрою дверь, чтобы ты не убежала мне. Так. Ой, Зорь, ну зачем ты роняешь? Мы видео с тобой хотели записать для Ютуба, а ты роняешь. Давай установим камеру, да? Оп! Сейчас мы будем поить корову. Да, Зорька? Сейчас будем поить корову. Так, деточка моя, иди пить. Зорюшка, иди сюда, Зоря. Тихонько, не бегай. Зорь, на, пей. Вот, вода пей. Ага, давай. Сейчас я еще принесу ведомочку. Еще. Пей. Вот еще ведерочко. Вот бляха, муха выскочила, курка. Джейка нельзя. А как ты вышла? Все, попила? Че там нюхаешься? Ой, Зоря, Зоря. Так, всем привет. Куда пошла? Куда пошла? Давай мы с тобой закроем дверь, потому что Берта тебя обижает. Всем привет. Сегодня мы с вами обсудим одну небольшую тему, связанную с сеном. Так, я не накрашена, не обращайте внимания. Короче, сено на меня кидали два раза вообще. Первый раз женщина из нашей деревни мне предложила сделать заказ, но надо было, конечно же, предоплату. Я потом только узнала, что она предоплату не сделала. А я сделала 25 тысяч предоплату. Два года назад меня кинули, да, Зорь? Вообще нафиг прокинули. Соплюя-ка. Второй раз меня кинули вот с этим сеном. Предложили мне 17 тюков. Привезли. А оно вот такое. Пойдемте, я вам сейчас покажу его поближе. Так. Так, давайте мы сейчас с вами... Сейчас мы закроем Зорьку, чтобы она не выскочила. Так. Вот, закрыли. Это я. Привет. Сейчас все, идем. Смотрите, вот такое сено мне привезли. Второй раз. Вот оно. Видите? Это один тюк, это второй. Сразу обратите внимание. Вот, видите, зеленое сено. Это они до этого привозили. Вот. Вот оно такое, все сено. Видите? Здесь, здесь. И его здесь. Джесси, скажи всем привет! Очень, очень много, посмотрите. Ну вот оно, зеленое сено, его сразу видно. Это до этого привезли. Сейчас, секунду. Гуси. Ну вот. Вот-то с такими проблемами я столкнулась. Хочу сказать, что сено мы не косим, потому что здесь у нас осока, и косить особо негде. Вот. А осоку у нас коровы плохо едят, они режут язык. Она... Вот, поэтому мы ее не косим. Разнотравья у нас здесь нет. И тракторов у нас нет. Для того, чтобы нам косить, надо брать. Сима, а что там такое? Надо брать нам литовку. Вначале косить, потом в стога метать. А в рулоны у нас нет техники, чтобы косить. Конечно, если бы нам округ дал бы какой-нибудь грант на разведение домашнего хозяйства, мы бы купили.
купили трактор. Но, ну и косили бы осоку, конечно же. Потому что... Поэтому приходится покупать. А вот такие поставщики вот могут и на деньги бросить, могут и сено плохое привезти. Кстати, этот мужик, вот, который 17 тюков, он привозит сюда ночью, чтобы... Ну, наверное, чтобы никто не заметил, что это за сено он привозит. Вот, такие дела. И еще хочу добавить, что корова, пока сейчас такие вот условия зимние, да, у нее, конечно, вот эта зимняя грязь, небольшие такие вот наросты, вот эти вот грязные. Но это все очистится ближе к лету, буквально вот уже, наверное, через месяц этого ничего не будет, потому что там начнется тепло, я их помою. Вот так вот.